Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам от лица двух трудовых коллективов – «Эколайнера» и «Воронежской бумажной мануфактуры». Вы очень много говорите об отечественном производителе. Перед вами отечественный производитель. Мы производим бумагу. Мы платим налоги. Мы получаем зарплату. За первый квартал 2017 года мы заплатили 39 миллионов налогов. Но нам мешают, нам просто не дают работать. Есть группа лиц, в этой группе находится депутат городской думы, член партии «Единая Россия». Эта группа лиц из-за своих коммерческих целей душит наш завод, не дает нам работать. Сначала они отключили воду, мы сделали скважину, они перекрыли нам пар, поставили котельную, они запретили нам пользоваться водоотведением, незаконно. Вопрос решается. Теперь у нас конец света, в прямом смысле слова. 8 числа нам отключили силовой кабель, перестали подавать электроэнергию. Мы остановились. 9 нам отключили аварийное освещение. Мы во тьме. Куда бы мы ни обращались, нет никаких сдвигов. А сегодня еще и говорят такое, что все оборудование, которое подавало нам электричество, куда-то делось. Ни одна инстанция нам не может помочь. Владимир Владимирович, помогите разобраться с этой ситуацией. Не дайте закрыть наше предприятие.